За ложную информацию статья. Новые меры ответственности к главе и депутатам города утвердили члены комиссии по вопросам местного самоуправления в Магаданской городской думе. Речь идет о предоставлении ими недостоверных сведений о доходах. В случае незначительных нарушений можно отделаться замечанием. А вот за скрытие доходов наказание гораздо серьезнее – лишение полномочий. Во-первых, должна предоставляться полноценная информация, она должна быть открытая к доступу для обычных жителей, обычных граждан Российской Федерации, и эта информация, к тому же, должна быть достоверной. Кроме того, поменялся порядок проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы города. Список документов от претендентов дополняется сведениями о деятельности, как альтернатива трудовой книжке и документов о регистрации в системе индивидуального учета. Также из положений исключено собственноручное заполнение анкеты.